Дорожные сводки. 21 января в республике зарегистрировано 12 ДТП. Больше всего в Григориопольском районе. В Бендерах одна авария. Основной причиной стал туман и гололедица. Как сообщает пресс-центр МВД, около полудня в Бендерах на перекрестке улиц Некрасова и Урицкого 9-летняя девочка, идя с мамой по краю проезжей части, поскользнулась и попала под заднее колесо прицепа проезжающего мимо трактора. С переломами ключицы, бедра и черепно-мозговыми травмами маленькая бендерчанка доставлена в реанимацию. Проводится разбирательство, а госавтоинспекция настоятельно рекомендует вблизи дорог двигаться как можно дальше от проезжей части, а при падении стараться принять положение лицом вниз, чтобы иметь возможность быстро подняться или откатиться. Взрослым при движении с детьми необходимо держать ребенка за руку, выше запястья, и стараться идти между малышом и проезжей частью. А вчера для водителя автомобиля Audi по катушке на лысой резине у Днестра едва не обернулись трагедией. Водитель не справился с управлением, и машина покатилась к замерзшей реке. А между тем спасатели предупреждали, даже ходить по льду опасно. Кстати, без помощи спасателей тут не обошлось. Машину вызволили из ледяного плена и отбуксировали на безопасное расстояние. Спасательная операция без комментариев. И еще одно ЧП. Пожар сегодня произошел в заброшенном корпусе опытно-экспериментального ремонтного завода по улице Бендерского Восстания. Около полудня сотрудники шиномонтажа по соседству заметили дым. Вызвали пожарных. На место прибыли два расчета. Мусор горел, куча мусора. Старый мусор. Дрова. Выяснилось, в подвале, засыпанном мусором, проводились газосварочные работы по демонтажу металлических конструкций. Произошло возгорание. В задымленном помещении людей не обнаружили. Очаг примерно. Где горело. Здесь дрова были. Мы раскидали так по сторонам, выносили, тушили. Каждое бревно. Это еще нагрето. Два пожарных расчета боролись с огнем примерно 40 минут, работали в аппаратах сжатого воздуха. Жертв и пострадавших в пожаре нет.